Для того, чтобы приготовить стрелки из лука, нам нужны сами стрелки, которые я сейчас порежу, кусочек масла, соль и яйцо. Срываем их аж с самого основания. Нарезаю небольшими кусочками, ну, по желанию. Режу все. На разогретую сковороду ложу кусочек масла. У меня топленое масло. Можно подсолнечное масло. Кто какое масло любит. Я люблю запах сливочного масла. Сковорода разогревается. Жарю с открытой крышкой, при открытой крышке, на таком не слабом огне. Пока лук будет жариться, я посолю яйцо и немножко его взобью. Обыкновенно вилочкой. Так долго этот лук не жарим. Выливаю сейчас взбитое яйцо и быстро перемешиваю. Все, можно выключать. Можно положить больше яиц, можно два. Если кто хочет сделать с этого такого вот лука, можно сделать начинку для пирогов, пирожков. Ну, а у меня будет это как самостоятельное блюдо на одного человека. Вот так быстро с такого вот лука можно сделать самостоятельное блюдо, а также может служить как начинка. Все, готовьте и вы. Если вам нравится этот рецепт, простой. Кто хочет, может добавить зелень, укропа, петрушки, поперчить. Но я оставляю вот в таком виде. Долго на сковороде не оставляем. Сейчас высыпаю в тарелочку. И приятного нам всем аппетита. Всего вам доброго и до следующих видео. Я это блюдо буду кушать с гречневой кашей, которую я сварила накануне с зеленой гречки. Она у меня получилась тоже вкусная, рассыпчатая. Как готовить такую кашу, я дам ссылочку под этим видео. Мы с мужем любим такую кашу, она более полезная. И сейчас вместе с зеленым луком, я его уже попробовала, он в меру жесткий, но без запаха. После такого блюда можно выходить в люди, идти на работу, запаха не будет. Но вкусно, зеленое, вкусное и полезное.